Всем привет, ребят! Многие из вас просили и просят, и все время не знают, кому какие чары ставить. Решил я вам еще такую рубрику запилить, то есть чары героев. Будем разбирать чары, что они дают, как, где применять. То есть такого плана рубрика будет новая, то есть плейлист, чтобы вы понимали, что кому ставить. Такс, поехали. Итак, что у нас интересного есть? Какая у нас сегодня чара будет первая? Давайте по списку пойдем. Ой. Так, вот первая у нас хранитель леса. Вот так вот она называется. Что оно дает, как работает? Имеет 30% шанс восстановить 30% жизни при атаке на вашего героя. Кулдаун 8 секунд. Изначально я когда-то недооценивал эту чару. Я ее мало использовал, но с усилением героев на битве гильдии все начали использовать там Ронина, Фрейю. Ну, сейчас я уже использую Зефирку, то есть таких героев, которых можно сделать сборки ухода в инвиз, плюс восстановление. И, как вы знаете, очень много есть проблем с такими героями. Ну, зачастую, скажем так, с них недомогание. Есть тоже такая чара, сейчас я вам покажу. Так, где там она? Вот она у нас. Мелайс называется. Уменьшает отхил на 100% на 5 секунд на пятерке. Вон вражеским героям рандом тоже кулдаун 8 секунд. Вот. И у большинства, думаю, из вас есть проблемы. То есть, если выбирать героев на битву гильдии, мы поговорим сейчас именно про чарку эту, потому что она используется в PvP-локациях. Да, она, в принципе, используется во всех локациях, можно ее использовать, но многие ее не используют, не знают, кому ставить. Так, где там наш Ронин? Например, возьмем такого Ронина, да? То есть у него по отхилу получается у нас только смотритель будет. Поехали. В большинстве случаев... сейчас мы его выпустили, увидите. Его сейчас могут жахнуть. Вот, недомогание сработало. И он не будет себя хилить. И еще дополнительно могут ему накидать там разных дебафов, всякой фигни, замедления и прочее. Ну, в принципе, ему это не страшно, для него это же лучше, не убьется батражалку. Но вот из-за этого недомогания, скажем так, в большинстве случаев вот молчание прошло, он не отхиливается. Вот когда он уходит инвиз, вот от смотрителя отхилился, сейчас не знаю, сработает, не сработает, кулдаун, конечно, большой, 8 секунд. Но это дополнительный шанс того, что ваш Ронин отхилит себя. Так, надо нам нафиг убрать всех зеленых, чтобы можно было посмотреть на отхил. То есть в первую очередь я бы советовал ставить на Ронина, на Фрейю можно ставить, если вы используете на битве гильдии на сборку именно такую. На Огника некоторые ставят, но я бы не советовал. На Зефирку для битвы гильдии я уже вам не один раз показывал сборку. То есть выживание плюс маскировка плюс это чарка, и все будет топчик. Вот сейчас был только что отхил 30%. То есть 30% от максималки отхил идет. Это дополнительный отхил. Если у вас, сейчас попробуем, не знаю, получится вот еще раз плюс 30%. То есть за счет этого у вас повышается шанс того, что ваш герой просто не сольется. Потому что могут пару раз попасть, и вот опять отхилился, как видите, довольно-таки неплохо. Даже не надо будет на ком-то другом показывать. То есть сама, скажем так, вот сама чара очень обалденна для битвы гильдий, для PvP локаций. И, кстати, она помимо того, что отхиливает, она снимает все негативные эффекты с героя, что тоже немаловажно, потому что многие героев там блочат и прочее. То есть такой вариант чарки я бы советовал в первую очередь на тех героев, которых я сказал. Кому можно еще поставить?
Сейчас мы пойдем на русский сервер. У меня там поболее будет. Потому что здесь я могу менять этот тестовый, скажем так, акк. Мы сейчас на русском сервере посмотрим, на ком у меня оно даже используется или использовалось раньше. Я уже сам не помню. Снаряга. Так, священный суд. Многим я поменял. Заодно видите, кому какие чары, потом я вам постепенно буду рассказывать, показывать. Так, видите, у многих я уже даже его здесь. То есть у меня максимум 3 героя. На английском здесь многим я уже просто убрал. Потому что появилось так. Тут у нас на ком? На Бигфуте. Тоже, в принципе, неплохой вариант. На Хрона можно ставить. На любого героя, который у вас танк. Да, здесь. Здесь нету. Поехали на английский сервер. Вот на паладине можно для дополнительного отхила. Давайте пробежимся. Вот Леди Лео тоже, кстати, неплохой вариант. Она себя и хилит, у нее встроенный баст. То есть еще дополнительно получается отхил и снимает негативный эффект. Тоже довольно-таки неплохо. На многих героях, как видите, я тоже уже поменял. Вот хранитель на Вальке тоже неплохо смотрится. Ну, на душика смысла нету. Вот Ронин у меня обязательно с ним. Зефирку я переделал, когда бегал на атаке фортов. Для нее это тоже очень топово. В принципе, для любого танка героя можно ставить как вариант. За неимением ничего, даже там третий, четвертый вариант. Это будет довольно-таки неплохо. Это будет дополнительный подхил и снятие негативного эффекта по героям. Предыдущий там и талантик смотрели. По героям, кому бы я, допустим, ставил, там советовал ставить, вот раз-два однозначно с таких героев. Ну вот Леди Лео можно, Гаргулу поставить. Тому же самому Дрейку, если у вас он не используется на какой-то этот урон, то в принципе как вариант можно ставить череп, но бессмысленно, с него снимают баф. То же самое Медуза можно ставить. Тесса сюда. Ну тут свой отхил плюс еще дополнительно. Ронин однозначно. С таких героев. Некрос, Рину. Вот здесь у меня тоже был. Либо такой вариант, либо вариант доспеха, либо вариант последний дерево сюда, сюда. Ну, как видите, героев очень много, то есть многим героям можно поставить. Ну, в первую очередь я говорю, его надо использовать не те герои, ну, если у вас есть Ронин на Ронине, тех, кем вы будете проходить битву гильдии. Если у вас нету топового вот последнего таланта, который дает деф, и у вас нету там ИСО, то можно его ставить и не опасаться. На Фраю, как вариант, тоже можно ставить для битвы гильдий. Сюда, сюда можно ставить, на Командору, сюда. Сюда однозначно на битву гильдий очень спасает. На Стрелка тоже можно ставить. То есть это универсальная чарка, которая будет помогать вам. То есть по локациях она, получается, дает и отхил. Давайте я сейчас попробую. Поставлю зефирку обратно. Вместо Ронина. Вот такая вот сборка. Плюс выживание. Ой, говорю, выживание, маскировка. Даже вот ради интереса четвертую
маскировку поставить. По снаряге, видите, у меня стоит победный. Но на битву гильдий я вам очень советую, если у вас зефирка, вы будете использовать точно так же, как и я, на битве гильдий, то такая вот сборка будет лучше всего. И все, запускаете просто героя. Смотритель нас тут хилить не должен. Ну, герой сам по себе хилится. Плюс от хил от выживания. Вот, видите, не сработал от хила. Вот сработал от хил от этого. Плюс 300 тамка. То есть такой вариант очень полезный будет. Он снимает негативные эффекты. Плюс дополнительный отхил. Ставить, ну, можно ставить разные варианты. Как бы я вам показываю то, что самое будет идеальное. Такую зефирку, ну, нереально слить. То есть 99% ее не сольют. Я уже тестировал против всех топов. Давайте даже пойдем поищем. Может, там топы есть какие-то не в сети. Топ-19, вот смотрите, у него 30-е. Вот тоже зефирка есть. Вот зефирка на зефирку. Выкидываем, посмотрим, что получится. Недомогание сработало, может, сольется. Ух ты, ничего себе. Смотрите, прям как жестко. Интересно, интересно. Вот, full отхил. Ну, смотритель не хилит, потому что смотр у нас, ну, относится не к той фракции. То есть 30-я зефирка против 30-й зефирки, и они друг друга просто не убьют. Вот. 300-400к отхил получается дополнительный. Это немного, это не мало, это именно то, чего не хватает. Особенно для Ронина чара это будет очень хороша. Я уже тестировал многое и скажу вам, что для Ронина именно такой вариант чары, особенно для Ронина, очень хорош. Здесь ограничения, там ограничений нету. Для него все, что дает отхил, это хорошо, потому что вы там будете использовать питомца. Вот. Здесь же это дополнительный, ну, скажем так, перестраховочка того, что она не сольется. Ну, мы будем так вечность бегать, то есть бьет стрелок, бьет ворожей, бьет седна, то есть тут все герои атачат, ну, даже здесь отражалки у нас идут. Но это все фигня, он себя будет отхиливать, то есть такой вариант мне очень нравится. Я уже не раз показывал. То есть, если у вас есть эта чарка, поставьте ее той же самой Фрей. Сделайте ее маскировка плюс выживание. И с битвой гильдии у вас проблем никаких не будет, аналогично, как и здесь. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.